Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в финалочку на сером 1 холиплей. Первый сер, маник здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить маник при регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм, его можно вводить на любом сервере. Как только вы отыграете, точнее как только вы прокачаетесь до 5 уровня, получите 50 тысяч. Как только вы прокачаетесь до 10 уровня, вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Итак, чуваки, сегодня снова серия. Сразу скажу, что вы смотрите видео и у меня больше есть ютуберки. Она как бы у меня есть, пацаны, но, короче, я поссорился с руководством, типа из-за того, что я снял видео, меня забрали ютуберку. Про то, что я снял видео про ютуберку, у меня забрали ютуберку. Хотя мне один из руководителей дал добро, но, видимо, это никого не колышет. Ладно, хуй с ним, я не теряю время. Пока что у меня ютуберка есть, каким образом? Потому что я еще не перезашел. Если я перезайду, ютуберка пропадет. Если через сайт даже посмотреть сейчас, у меня уже нету ютуберки. А так, у меня она пока что есть, поэтому я не перезаходил специально. Сейчас будет очень интересное видео, я списался с, так сказать, девяткой русской мафии, и я решил подплить бизнес конкурентно, то есть спортзал в Южном, в принципе, да, я за это ему заплачу 200 тысяч, сейчас я к нему телепортируюсь, и он уже едет на базу, и мы уже с ним поговорим. Минуточку внимания, хочу послать бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбоксинг либо ударстак. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Так, давайте, нелегальные организации, русская мафия, и пишем go to GPS. Все, и теперь я здесь. Так, нам нужно найти кое-какого человека. Так, вот он. Все, теперь нам нужно с ним поговорить. Так, все, я ему передаю половину. Я договорился, короче, 400 тысяч, пацаны, поэтому... Так, передаем. Так, еще и еще. Все, в принципе, сейчас я тайм еще сделаю и будем следить, что они будут, короче, делать. Так, они уже уехали, написал, что им нужно сделать вообще, возможно, не знают, потому что это обновление недавно добавили, они уже уехали, я без машины, я чисто, если что, телепортируюсь к бизнесу потом и посмотрим. Сейчас пробую их найти через телепорт и уже там продолжим. Жалко, блин, что, конечно, забрали мне ютуберку, потому что с ней было довольно-таки удобно. Да и сейчас вы заметите ли, что удобно очень. Как бы, нужны были деньги, у меня на руках было всего лишь 200 тысяч. Я говорю, типа, давайте 200 тысяч. Они сказали, что 200 тысяч — это мало. Их четверо человек. Я такой думаю, ладно, 400 тысяч, типа, каждому по сотке. Окей, я им сейчас половину денег дал, 200 тысяч. Я просто, понимаете, у меня не было денег с собой, у меня не было машины. Я просто через GPS тпхнулся и все, к банкомату, снял бабки и тпхнулся к ним обратно. Это довольно-таки удобно. Вот для чего мне нужна ютуберка. Я просто не понимаю руководителей Амазинга, почему, блин, что такого критичного, что я снял видео. Просто там такая ситуация, что написал один игрок, то типа, вот, лучше забрать ютуберки у ютуберов, потому что они обычные игроки. Ну, блять, это нужно для удобства, чисто для удобства, для съемок. Ладно, все, не будем эту тему поднимать, как бы пишите свое мнение просто в комментариях. Так, я узнал у них, где они находятся. Вот они, в пиротехнике, короче, находятся. Поэтому все заебись. Все, можете ехать. Все, я им написал, что не могут ехать. Пусть ждут меня в Южном, пацаны. Да, я не подробно показываю, потому что, ну, это глупо было бы. Заказчик сидит вместе с бандитами в тачке. Просто, видите, они заехали вот сюда, купили все, что нужно. И сейчас они едут, будут спаливать бизнес моего конкурента. Кто не знал, у меня спортзал, пацаны, в Южном есть. Если что, давайте покажу, где он находится, для тех, кто не знает. Так, давайте бизнесы выбираем, раздел И, там есть Титан Кирилл Гейм, пацаны, вот, просто-напросто. Вот, он находится вот здесь. И также есть, так сказать, конкурент у меня в Южном, спортзал есть. У него тоже нормальная финочка, поэтому почему бы его не спалить? Надеюсь, там нету сигнализации и пожарной системы. У меня это все есть, видите? Улучшение, у меня все это куплено, я вас специально купил. Теперь посмотрим. Я думаю, такого еще никто не снимал, пацаны, поэтому ставьте лайки и будем сейчас смотреть, что будет происходить с бизнесом. Все, я уже телепортировался в Южный на 8B, добежал до спортзала, который нужно будет спалить. Не в обиду владельцу, в принципе, владелец здесь по зиму. Привет тебе, если ты это смотришь. Не в обиду, просто мне нужно видосик, контент записать для своих подписчиков, как бы специально для вас, пацаны, стараюсь. Тем более 400 тысяч за такую работу — это не маленькие деньги, я думаю, поэтому довольно-таки классно. Если вы хотите еще подобного, пацаны, то пишите в комментариях, возможно, спалим еще там один бизнес в Арзамасе. Если вам такая тема понравится, либо еще какой-то бизнес спалим, в принципе, у меня есть такая возможность.
возможность заплатить им. Поэтому все зависит только от вас, пацаны. Сейчас всех ждем и будем смотреть, как горит бизнес. Так, я тут встретил с подписчика Саша Суба, привет тебе, передаю. Так, короче, они сломались, я их уже нашел, хотел их починить. В принципе, но вроде бы как их починили, поэтому мы направляемся дальше в Южный, в принципе. Сейчас едем, они вот едут впереди меня, в принципе, да. Поэтому все, сейчас будет все заебись, пацаны. Ах, на самом деле я буду скучать по ютуберке, потому что, блин, буквально мне нужно просто перезайти и все. Больше нету возможности телепорта, себе хп сделать, починить машину и так далее. Радуйтесь, это последняя серичка с ютуберкой. Те, кто не хотел, чтобы это было, чтобы я был ютуберком, можете радовать. Так, вон они приехали, давайте я от первого лица включу, в принципе, будем наблюдать за этим. Вот тут все, заебись. Давайте я буду так снимать, в принципе, от первого лица, я думаю, вам это будет интересно, если что, поэтому вот так вот. Так, достал с багажника канистру с бензином. Все, замечательно, пацаны, сейчас спалим нахрен этот спортзал. Просто спалим этот спортзал. Блин, это будет реально очень круто, пацаны, такого я еще не видел, чтобы это снимал, поэтому с вас обязательно лайки. Так, короче, они забыли канистру взять бензина, один из них, и он поехал на заправку. А сейчас, видите, здесь чуваки ждут его. Так, вот один из них уже приехал. Сейчас, пацаны, мне просто интересно посмотреть на этот процесс и вообще загорится ли бизнес или нет. Вот это реально будет интересно. Так, все, они начинают идти, давайте я за ними передвигаюсь. Надеюсь, вы уже поставили лайк, если не поставили, то обязательно поставьте, потому что это очень круто. Так, там мусор подошел. Ну, блин, они должны что-то сделать, как бы. Я все-таки им деньги заплатил. Так, открыл канистру, затем начал разливать бензин. Смотри, там мусор, блядь, хуярит Рыжика просто. Рыжик просто хотел в спортзал с кем-то пойти, а он его хуярит. Ну, такое себе, на самом деле. За дерево спрячусь чисто, блядь. Пиздец, ебать, он его хуярит просто. Это реально жестко. Так, если что, не пошли за масками, чтобы маски одеть. Он реально должен, там какая-то команда есть, чтобы он реально загорелся. Все, они здесь стоят. Так, давайте смотреть, как они будут подпаливать бизнес. Мне просто интересно, реально, посмотри, как он загорится. Это реально будет, я думаю, что. Так, выкинул около входа канистру с бензином, достал из кармана зажигалку. Зажигалку, окей. Так, смотрим за этим происходящим, пацаны, это реально круто. Так, главное, чтобы он его сейчас подпалил. Пожал зажигалку, кинул ее на бензин. Так, и он должен какую-то команду прописать, чтобы оно все нахуй загорелось. О, вот это оно, пацаны, вот это оно, блядь. Вот это пошла жара, заебись. Так, так, скриншотики делаем обязательно просто. Так, все, пусть они убегают. Сейчас я напишу, что деньги я за Нашаном им передам остальную сумму. Все, вот я им написал, что я сейчас им передам остальную сумму денег за Нашаном. Просто, пацаны, красота реально, да? Просто мафия зарешала. Просто реально мафия зарешала. Все, пацаны, бизнес горит. Это очень охуенно. Реально просто охуенно. Просто спалил бизнес конкурента, пацаны. Реально, по-другому это не сказать. Просто охуенчик, пацаны. Все, бизнес горит, и в него теперь никто не сможет зайти. И на протяжении 3 часов он будет сломан. Ну, не нельзя будет зайти, и он не будет работать. Поэтому, пацаны, это очень круто. Все, я сейчас телепортируюсь на Нашан и передадим остальную сумму денег русской мафии. Так, все, я уже на Нашане, жду, в принципе, этих гражданинов, чтобы отдать им остальную сумму денег. Все, в принципе, по-честному, они выполнили работу. Правда, немного тупили, ну ладно, это, в принципе, не страшно, потому что я уверен, что они первые, кто это вообще сделали на сервере, потому что это обновление добавили совсем недавно. И теперь у меня на одного конкурента меньше, пацаны. Если вам это понравится, то ставьте лайки, пишите в комментариях, могу повторить подобное, но уже без ютубер. Так... ну чё, наша часть уговора выполнена. Да, я видел. Отличная работа. Вот остальная часть суммы. Ми передал конверт. Так, давайте отыграем 301 и отдадим ему 50 тысяч. Все, в принципе. Так, раз, еще раз и еще раз. Все, так, с вами тоже. Удачи вам, господа. Так, все. Они теперь сейчас распределят деньги, и я могу спокойно уходить отсюда. Так, пишем ТП и Южный. Все, пацаны, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Все, теперь бизнес спокойно горит. Давайте, кстати, посмотрим, до сих пор он горит или нет. Его, если что, должны потушить МЧСник. Если МЧС не приедет, то он будет гореть весь день, понимаете? Поэтому, блин, это очень крутая система. Я доволен, что ее добавили, и доволен, что ее проверил и показал вам. Эх, пацаны, хорошо горит. Эх, хорошо горит. Моя работа. Семью ко. Фейн 283. Давайте примем его в семью. Охуенно просто горит. Ну, пусть вызывает МЧС. Мне, в принципе, вообще по
барабану. Я вернулся в КРМП. Ну, бывает что. Все его принял, да. Ну, давайте я телепортируюсь куда-то, где нам не будет никто мешать. Все, откуда начали, здесь и закончим. Все, пацаны, я надеюсь, что реально вам это понравилось. Бизнес горит, МЧС, не знаю, приедут, не приедут. Мне, в принципе, без разницы. Если не владелец этого бизнеса, если ты смотришь это видео, просто это нужно было для контента, для видоса. Было бы глупо просто, знаете, спалить какой-то левый бизнес, а так я спалил конкурента бизнес. Это довольно-таки РПшно. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.